Пляж Лазаревский 2. Всем добрый день. Август месяц. Просто пляж Лазаревский 2. Начинаем наше движение здесь, в районе причала, с пункта проката, где вы можете сэкономить 10% на полет на парашют, сказав слово «Феникс». Вот здесь у причала, вот прям тут. И пойдемте, не знаю, по воде пройтись, а потом по набережной. Я так и делал. Пляж Лазаревский 1-то я уже снял подобным макаром. Пойдемте. Красный дракон. Я хочу сюда еще вернуться, на нем полетать. Но сказали, что как бы полетать на нем-то можно будет, но там надо держаться двумя руками. А держаться двумя руками — это камеру либо в зубы, либо ошейник. На голову надевать его, я имею в виду стринги, тоже будет не очень. Так что как-то так. Скорее всего, возьмем ошейник и как-нибудь придем. Ребята обещали прокатить. Народа много. Но я в очередной раз повторюсь, что все-таки народа немного. В прошлом году, допустим, позапрошлом, на пляж выходишь и места не найдешь, в прямом смысле этого слова. Раки красные, раки прекрасные носят по пляжу. Вот реально не найдешь было места. В этом году такого я с таким не сталкивался. Водичка прозрачная, хорошая и очень-очень теплая. В ходе одного из дневных обзоров, а сегодня их у меня было целых два, я замерял. И скажу вам, что водичка была офигительной. Стремилась к 29 градусам. Причем замера было два. Один от другого, метров 20-30, наверное, расстояние. И температура там значительно была выше. Ну, как, значительно. На десятые. На 0,4 градуса, но она ощущалась, эта разница. Все, у моря походили. Пойдемте на набережную. Фух, жара. Сегодня я наблюдал температуру. Опять же, я не привязываюсь к дате, скажу вам так, что это уже вторая половина августа. Или граница, середина августа. Наблюдал температуру 31. На одном термометре, на другом 33 и 36 было. Все это запротоколировано, вы увидите в роликах. Ольга наверняка на месте. Сейчас проверим. Нет, не наверняка. Просто оставила перевод. Номер, точнее, перерыв на обед. Номер телефончика. Все. Перевод. Ну, перевод тоже неплохо. Может, даже ее сейчас встретим на обратном пути. На пляже классно. Девчонки ногами своими кормят рыбок. Веселуха. Народ прячется в тенечке вот на этих вот больших лежачках. Некоторые парни со своими стульчиками приходят. Ну вот как бы так. Пляж Лазаревский 2, как видите, не такой-то уж и большой. Но мой самый любимый. Мой самый-самый любимый пляж. Почему? Да потому что я все детство тут, в принципе, купался. Разве что раньше я купался больше, наверное, в части пляжа. Все-таки на Калипсо, наверное, получается. Мы выходили прям по прямой по улице Колораша. Вот там, вот видите, кафе моря. Вот мимо него прям по прямой заходили. И все время там плавали. С одной части было там ограждение стояло, там пионеры отдыхали, и детского садика ростовского, я уже, кажется, рассказывал, было. Там они отдыхают, вообще, трудящиеся, точнее, дети трудящихся отдыхали. А мы тут вот, вот здесь вот, где-то везде. Что, пойдемте еще раз к морю сходим? Потом, наверное, оставлю Владимиру камеру и пойду сам умоюсь. Не обмоюсь, а искупаюсь. Вот он ходит уже такой, как Мишка уставший такой. Собираешься? А, ну,
Все, тогда я еще успею искупаться. Ай, как горячо-то. Я же хожу в основном босиком, но в сланцах тоже иногда. Девчонки надели Ямаху. Команда сапистов приходит. Блин, у меня тут камера, карточки, телефоны. Ай, горячий, горячий. Горячий, горячий. Вот. Инструктор, между прочим. Прымухры. И вот инструктор тоже, Михаил. Все, не дошли. Ну, это да. Вот такая вот водичка, ребят, я пошел купаться. Все, ну его нафиг, я не могу здесь больше. Кидай, кидай, если что, я заберу там свои шмотки. Ничего. А то я тут на ваше место залез практически. Ай, тут горячо. Пойду Владимиру оставлю камеру. Всем говорю до свидания, всем пока. Здесь замерять воду уже не буду. Смысла нет 10 раз замерять. Да и все равно этот ролик увидите несколько попозже. Не сегодня. Если вы сегодня увидите, то только ночью. Всем пока. Пляж Лазаревский 2. В августе месяце и дикая жара.